Субботники – добрые традиции, объединяющие поколения. Один из приоритетов городской уборки – весеннее преображение улиц и дворов. Весну Саров должен встретить чистым и уютным. Хочется, чтобы наш город стал еще более красивым, ухоженным, благоустроенным. Поэтому каждый год вместе со своими коллегами мы принимаем участие в такой акции по уборке нашего города. Благодарна всем гражданам города Сарова, да, кто поддерживает эту акцию, в которой надо обязательно участвовать, ведь чистый город – это город, в котором мы живем, да, и надо помогать природе. На уборку города вышло более 5000 человек. Сотрудники муниципальных предприятий, образовательных учреждений, силовых структур, ядерного центра и других организаций. Инициативные жители совместно с сотрудниками администрации очистили от мусора набережные реки Сатис. Безусловно, все мы живем в нашем городе, который мы любим, который мы ценим. И данная традиция, она способствует тому, чтобы делать наш город ярче, красивее и, конечно же, чище. Саровчане потрудились на славу, однако одной уборкой не обошлось. На левом берегу Сатиса высадили 50 саженцев березы – символа нашей страны, неотъемлемой и важной части российской культурной традиции. В апреле этого года по всей стране участники городских субботников будут не только делать свои города чище, но и сажать на улицах и парках своих городов аллеи из березы в знак сохранения русской культуры и любви к своей родине. Такие березовые рощицы и аллеи посадили на территории всех атомных городов. День чистоты получился небольшим праздником. Из громкоговорителей фургончика играла музыка, а позже народные мелодии заиграли уже вживую. Завершили праздник чаепитием на свежем воздухе. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.